Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре кондиционер Panasonic. Это E-серия или Deluxe, модель 2015 года, абсолютная новинка. Все вы знаете, что Panasonic является лидером по производству бытовой техники, в том числе и кондиционеров. В данном видеообзоре мы рассмотрим, что представлено в новинке, какие особенности и основные технические характеристики. Данный кондиционер является инверторным и мощность линейки от 7 по 28 модель. Что интересно, Panasonic один из немногих брендов в мире, который выпускает инверторные кондиционеры мощностью 2 кВт. Данная мощность очень актуальна для нашего рынка. Начнем с дизайна. Данный кондиционер выполнен в классическом белом цвете. Форма внутреннего блока заужена к низу. Это уже является традицией для кондиционеров Panasonic, но практически не имеет аналогов на рынке. Что касается качества материалов, то она, как всегда, у Panasonic на высоте. Следующая фишка, на что хочу обратить внимание, это решетка забора воздуха в помещении. Выполнена она в виде сот, что позволяет минимизировать сопротивление воздуха при входе и уменьшить уровень шума в помещении. А теперь перейдем к самому интересному. Это функции данного кондиционера. И начнем мы с функции EcoNavi. В данном кондиционере установлен двойной сенсор EcoNavi, который позволяет определять наличие человека в помещении, его активность, попадание прямого солнечного света, либо же другие источники тепла. Благодаря работе инверторного компрессора и данной функции можно добиться экономии электроэнергии до 65% по сравнению с обычным кондиционером. Следующей, не менее важной и полезной функцией является очистка воздуха NanoEgy. Благодаря наноионам данная система очищает воздух от микробов, бактерий, аллергенов, неприятных запахов, микроорганизмов и прочих веществ, которые загрязняют воздух. Но что самое интересное, данная система позволяет очищать не только воздух, но и предметы, которые находятся в помещении, к примеру, ковер или обивку дивана, ну а также она очищает внутренний блок кондиционера. Новая функция в кондиционерах Panasonic является интеллектуальная система iAutoX. Что она себя представляет? Это комплекс трех факторов. P-TECH – новая система работы компрессора, которая позволяет выходить на оптимальную производительность в кратчайшие сроки после запуска, практически за пару секунд. Это AeroWings – новая система жалюзь внутреннего блока и сверхвысокая скорость работы вентилятора внутреннего блока. В итоге функция iAutoX дает потребителю два важных преимущества. Первое – это быстрое охлаждение, когда это необходимо. Второе – это комфорт, потому что благодаря системе жалюзь iAutoX воздух подается под потолок, и потом по законам физики холодный воздух опускается вниз, создавая эффект холодного душа. А человек при этом не ощущает на себе эффекта сквозняка, как при работе обычного кондиционера. Помимо эксклюзивных функций EcoNavi, NanoEgy и iAutoX, Deluxe серия обладает стандартными потребительскими функциями, а это осушение, тихий ночной режим и таймер на 24 часа. Особенно хочу обратить внимание на высокую энергоэффективность данного кондиционера. При работе на охлаждение и на обогрев коэффициент энергоэффективности равен 4,6, что соответствует высокому классу А. В заключение хочу сказать, что благодаря стильному современному дизайну, наивысшему классу энергоэффективности, эксклюзивными потребительскими функциями и традиционно высокому качеству Panasonic, серия Deluxe заслуженно является кондиционером премиум-класса и будет отличной покупкой.